Подполковник Валентин Жаднов – потомственный казак. Его предки – с Запорожья и с Урала. В советские годы были репрессированы, потому Валентин и скрывал долго свою родословную. Открыто носить китель офицера казачьих войск времен императорской армии начал в 90-е. Рассказывает, его дед любил по праздникам тайно надевать казачью форму. Участник войны в Маньчжурии с японцами имел два Георгия. Но ничего не сохранилось, потому что когда начались репрессии, раскулачивание, вот это все погибло. Единственный один раз я в жизни и то маленьким видел своего деда, он вот там в форме с наградами. В Самаре по крупицам собирают историю казачьего войска. Вот уже 5-й год в городе проходит фестиваль. Здесь и ярмарка казачьей формы, оружие, атрибутики, выставка картин и изделий прикладного творчества. В этом году впервые на деньги президентского гранта для журналистов устроили конкурс «Казачество Самарской области». Там участвовало более 50 средств массовой информации, печатные и электронные. И сегодня мы будем подводить итоги по 8 номинациям, где будут определены первые, вторые, третьи места среди лучших работ в разных видах, начиная от сайтов, кончая публикациями в сельских газетах. Журналист «Самаргиз» Елена Чернявская в этом году сделала серию сюжетов и программ про жизнь самарских казаков и победила. Получать награду приехала всей семьей с мужем и двумя сыновьями. Я очень люблю свою маму, и я очень рада, что она выиграла первое место в конкурсе, и для меня это что-то прекрасное. Работать над этой программой было очень приятно и интересно. Ну и, собственно, получать награду будет, я думаю, что мне тоже очень приятно, потому что первое место в номинации телевидения, ну, мне кажется, достижение такое достаточно серьезное. Эмоции, которые переполняют, конечно, только положительные. Здорово, очень приятно, когда твоя работа оценивается по достоинству. Казаки все еще мечтают вернуть себе былую славу предков и стать элитным сословием в вооруженных силах российской армии. Сейчас на их погонах лежит ответственность за патриотическое воспитание молодежи. В Самаре работают подростковые клубы и кадетская школа. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.